Анонс и точная дата выхода 32-й серии турецкого сериала «Пробуждение. Великие сельджуки». 32-я серия сериала выйдет в эфир 17 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Деркен Хатун сильно переживает за будущее своего малыша. Он считает, что из-за последних событий оно находится в большой опасности. Им необходимо уже сейчас избавиться от двух милик конкурентов. Она отдает приказ своему доверенному человеку, чтобы он сделал все необходимое. Топар винит себя во всем, что случилось. И если потребуется, то он готов понести заслуженное наказание. Хасан Сабах ищет способ, чтобы выбраться из темницы. Ведь если он этого не сделает, то все будет закончено. Меликшах сообщил Топару и Санжару, что он их отстраняет от выполнения поручения, связанного с Шелемзаром. И все из-за того, что им не удалось справиться с самым важным поручением. Только Санжар не понимает, что они сделали такого с Топаром, что к ним возникло подобное недоверие. Если они при каждой возникшей трудности будут отказываться от своих поручений, то тогда им придется отказаться и от всего остального. Меликшаху не понравился подобный тон Санжара, но он не собирается отступать и сказал султану, глядя в глаза, что все равно отправится в Шелемзар. Меликшах должен отдать этот приказ, и они, как полагается, выполнять его поручение. Если Меликшах – султан, то должен доверять своему наследнику, а если его отец, то должен доверять своему сыну. Напомним, 32-я серия сериала выйдет в эфир 17 мая. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.